Так, доброе утро всем. Опять Латвия на связи. Ну вот, ребята, смотрите. Посмотрел в Ютубе утром вот это. Вот такое, смотрите, видео называется «Кинжалы по Киеву. Удар возмездия по Украине за теракт в Брянске». Да? Канал, что там, Лен ТВ 24, что ли? 1,1 миллион просмотров, да? Ну, ребята, вот видите, вот как и Библия говорит, да, что так и грешники с грешниками будут воевать, будут, как говорится, мстить. Одни по Брянску, другие, вот видите, возмездие, да? Ну, те опять соберутся, опять скажут: возмездие за Киев, и на, получай, там опять, там, не знаю, по какому-то там Уренгою, Ростов-на-Дону, не знаю, я так вообще идею рассказываю, да. Потом опять те скажут: ага, на вам по Харькове или по там Львов, там, не знаю, опять сносить вам за вот этот город, чтобы нам. Ну и, ребята, так мы весело будем жить. И вот этот 23-й год, да. Вот. Как-то, когда на все это смотрим, совсем тут не видим прощения, не видим Иисуса, не видим каяния или покаяния народов и отдельных там, не знаю, людей, да. Так что, вот видите, и, ну, я честно говорю, что, может быть, даже лет 10 назад не представлял, что такое будет через 10 лет здесь на земле, и что я это, ну, все доживу до этого, да. Потому что Библия говорит, что будет все жарче и жарче и жарче, и хуже, и пойдет на народ. Народ на народ, и нация на нацию, и государство на государство, и будет забран мир от этой земли. То есть люди не пойдут, как мы говорим, в лучшую сторону, но все пойдут в худшую. И да, и как-то вот, ну, с одной стороны, надо быть храбрым, сильным, мудрым, и все вместе вот это от Бога получить, чтобы вот это все выдержать, чтобы пройти, потому что Бог пишет, что не бойтесь всего этого, там этому надлежит быть, это только начало там этих типа родов, как он сравнивает вот эта боль, которая там женщина рожает, там волнами, там вот эти волны вот на этой земле начинается, вот. И идет, и будет, и чуть-чуть меньше, и потом опять больше, и там опять какой-то вулкан, и какое-то землетрясение, и опять там, не знаю, там война в Молдавии, там опять это что-то, хопс, вниз, потом какая-то буря снесет там что-то где-то, потом саранча что-то съест кому-то что-то, да. Так что, в принципе, если мы без Бога, без Иисуса, то я даже не знаю, как им этим людям жить или выжить, да. Потому что их режут, как поросят, да, смерть, ну, дьявол, мы понимаем, режет людей, как поросят, кучами, там, смотрите, черные пакеты там, слева, справа, везде пакеты, ну, везде все, вот только смерть и разруха, вот, так что это все в Едемском саду как началось, видите, как все продолжается, вот. А вот у меня пало в глаза вот это возмездие, да. А Иисус сказал, да, что там прощайте врагам, любите врагов. Это нелегко, это, по-моему, сложно, но это Бог повелел, и это значит, что с Богом это все возможно. И это мы должны понять, да. И сначала кажется это, наверное, сложно и трудно, но надо начинать, потому что нам какие-то, ну так, в кавычках, враги бывает иногда и вокруг, там, друзья, знакомые, в семье, на работе, везде бывает, да.
не то, что сразу тебе будет враг, там, не знаю, Африка, да, там. Вот, и вся Африка на тебе бедного нападет, да. Нет, это какие-то отдельные люди, близкие вокруг тебя, да, где каждый день надо вот это ломить себе, ломать, не знаю, как правильно на русском, но брать и исполнять, ну, так, как Бог сказал, потому что мы сами опять видим, что если ты кого-то не простишь, то Бог тебе не простит, тебе не будет прощения, да. Так что такое возмездие, это в мире у мирских людей, которые не знают Иисуса, да, вот такое возмездие у них все время в головах.